약간 заранее тоже почти не знал по звук. Сейчас я говорю во время монтажа. В общем, только сейчас заметил, но в общем-то так-то терпимо. Я попробую что-то сделать. Пока что не знаю что. В общем, что-то. В общем, пока что я введу пароль и потом вернусь. В общем, я продолжаю вводить пароль. Регистрация. Так. Что происходит? О, ну вот я зашел. Наконец-то. Сейчас. Настройки. Открыть стандартный интерфейс Е. Взаимодействие. FN2. Меню игрока. О, мой реферал. Магазин. Днем называемый. Настройки. А, голосовой чат. Активация на Б. Давай потише, перезагружу. Давай процесс, что это? Нажать время в чате. Ну, пусть будет. Спидометр. По умолчанию. Горячие клавиши. А, главное, что позднее нигде не было. Там настрою. Безопасность. Пароль. Экранная схема введена. ДФУ. Так, тоже введем. Так, эскейп. Анимация У. А что делать-то? Телефон. GPS. Важные места, может, надо автошкола. Или какая-нибудь. Вот работы. Строительная площадка. Берем. Mm-hmm.
О. А. Ой, игроки поблизости. Ладно, сейчас забегу и заново включу. Наконец-то я пришел. Это было долго и муторно. И непонятно где, что, куда, когда. Вот, я уже заблудился. О, я нашелся. Кто это? Алик? Что ли, не знаю. А, Ия. А, нет. Как тогда? А вот, начать работу. Мы начали работу сортировщика. Первый знакомый с Димой Каспи. Кто это? А кто это? О, Лирка. Пинк. О, мне сюда. Чё? А. Ну, я встал. Уже. О, осталось три. Должны чтобы увеличить. Бат. А, надо прям чтобы ровненько. О, а вот два. Да, поедем. Пум. Пум. Да, блин. Я устал. О. Да. О. О. И о. Где? 78. Куда дальше? А тут можно упасть. О, инвентарь. Не сюда, осталось три. Да. Пэм. Пэм.
О. Чего? Сколько здесь, интересно, права стоит? Полностью. Покупка автомобиля. Ну, предположим. Как начать работу? Охота. Что такое охота? F2. Ну, предположим, я поработал. Сколько права стоит? О. О. Сколько права стоит? М. В общем, я не нашел, что здесь делать. Не нашел нигде информацию. В общем, буду еще работать. Долго, наверное, или нет. Скорее всего, долго. Предположим, что долго. В общем, буду работать. Там еще поищу информацию. Может, узнаю цены. В общем, все. Всем пока. F9.